Подскажите, пожалуйста, какая сумма долга на текущий момент у вас? Решить проблему с долгами помогает Центр банкротства в Тобольске. Команда профессионалов добивается нужного результата для клиентов, снижает или отменяет платежи по кредитам, обнуляет долги и многое другое. Центр банкротства в Тобольске работает 4 года. За это время команда опытных специалистов освободила от долгов более 500 человек в Тобольске и районе от непосильных долгов. Центр банкротства в Тобольске – это местное предприятие. Руководитель Алина Кузьмина является дипломированным арбитражным управляющим в компании. Уникальность центра банкротства – это индивидуальный подход к каждому клиенту, рассрочка оплаты за услуги, быстрое завершение дел и директор арбитражный управляющий. Идеальная репутация в городе Тобольске и Тобольском районе. Компания стремительно растет и улучшает сервис и качество услуг для клиентов. В 2023 году открыли большой и просторный офис в бизнес-центре «Европа» на 4-м этаже. Так скажем, проценты на то, что все будет положительно. Теперь здесь отдельные кабинеты для консультации и переговоров, зоны отдыха для клиентов и колл-центр. Всех желающих ждут на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Иван, на текущий момент я могу вам предложить записаться на консультацию в офис. Центр банкротства финансово поощряет тех, кто привлекает новых клиентов. Любой человек может заработать, оказав помощь. Первые обладатели денежных подарков уже есть. Мы вас поздравляем с завершением дела. Дарим вам презент за рекомендацию. Спасибо. Наших услуг. Вот, приходите. Спасибо к нам большое. Еще. Очень благодарна. Прям вы прям спасители моей девочки. Всегда на все вопросы отвечают. И процветание вашему бизнесу. Директор Центра банкротства Алина Кузьмина открыта к диалогу в социальной сети ВКонтакте. Там каждый может задать интересующие вопросы. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время.